Героями былин Киевской Руси чаще всего были богатыри, воплощающие народный идеал воина, народного заступника. Былины о них составляют целый пласт культуры Древней Руси. 20 июля в Центральной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню былинного героя. На лекцию библиотекари пригласили младших школьников из оздоровительного лагеря Дома детского творчества. В презентации детям рассказали о самых известных и выдающихся героях былин на Руси. Чем они были знамениты и за что до сих пор почитаемы в народе? Лекция, сопровождаемая красочными слайдами, была очень интересной и познавательной. Нам показывали презентацию о богатырях. Богатыри жили на Руси, они помогали людям и спасали их от злых идолов. И очень часто были такие сказки, их называли былинами. В них обычно использовали богатырей. Богатыри – это очень сильные люди, которые охраняли свою родину от врагов. Жили они в Древней Руси. Я еще читал про Алешу Поповича, про Добрыню Никитича, про Садко, про Микулу Селениновича и про других. Я возьму книжку и прочитаю про богатырей. Завершилось мероприятие демонстрацией доброго детского мультипликационного фильма.